Так точно. Девка 9 заберут, блядь. Понял, понял. Девка 9 забрали, нахуй. Уже? Почти. Я рядовой Джокер теперь. На гирлянду выключить. Ебать, там машина. Он улетает нахуй. А вон уже едет по горе. Там. Это альпинисты. Ебать, там за нами погоня. Сука, косой, блядь. Я не знаю. Фермер. Фермеры преследуют. Говорят. В смысле, а что, по полям можно, что ли? Ну, с К9, думаю, с конвоем можно. Опа, вот это залет. Так, значит. Рядовой Джокер. Здравствуйте. Здравствуйте, гражданин. Я являюсь рядовым Джокером в шериф-департамент. Я, как вижу, вы собрали, вы поливаете кустики и конопли. Конечно, конечно. Я рекрут. У меня есть разрешение, это рекрутирование. Сейчас Васян Косяк проверит, что это за кусты. Васян Косяк, ваше экспертное мнение. Так вы ж приезжали. Не похоже на пуэрчик? Да, что-то какие-то листики острые. Это пахнут по ней, естественно. Вы ж приезжали. Ну точно не чай, в этом я уверен. Думаете, не чай? Алло, вы приезжали, зачем вы еще раз? Да мы знаем, тише. Это не чай. А что это, ёлки? Ну не знаю. На мой взгляд, декоративные. Декоративные ёлки, думаете? Но мы ждем все еще экспертную оценку Васяна Косяка. Ну я смотрю-ка, верхушечку интересно. Я проверю метафизическую ауру. Так, что аура подсказывает? Так, дружище, чисто между нами. Какой сорт? Сорт какой? Хороший сорт. Ну сорт хороший. Ну все ясно. Это елки Санта-Клауса. Это так. Пихты. Пихты? Все, пихты упаковываемся, трогаем. Поехали. Не, пихты не трогаем. Пихты все, мы не пихты трогаем. Блять. Че за конченый досмотр, блять. Это наша работа. Любители чая. Сейчас, короче, все, мы в машине сидим. Вы, ты, Васян Косяк, да вот Джокер, Васян Косяк, тут быстро сейчас все. Чу-чу-чу, куда вас отправляют? Уходим из машины. Васян Косяк и рядовой Джокер идем. Здравствуйте, меня... Гражданин, меня зовут... Ребята, не хотите уехать? Рекрут Джокер. Я являюсь шерифом департамента. В данный момент я прохожу рекрутирование, поэтому жучок, к сожалению, я вам позвать не могу. Да мы и все, успокойся, мы не будем ничего. Нормально, никто ничего не будет резать. Мы, вот данный, шериф, да? Мой шериф, друг, да. Проводит в данный момент осмотр зачем ты это делаешь? И проверку. Васян Косяк, ну что, Васян что подскажи? Он же маленький. Да он не срезает, успокойся, рогатый. Ну сортик интересный. А сейчас я проверю вместе с ним ауру. Так, давайте проверяем ауру. Проверяем. Васян Косяк. Я на биоиды сейчас запроверю. Это нормальная травка, я отсюда вижу. Только, пожалуйста, не кончите на них. Ни в коем случае, просто рукой дергаю. А то мне их еще это кушать, я их употребляю с едой в пищу. Это что, это пихта? Очередная пихта. Тахта. Блядь, снова пихты. Подтверждаю, это пихта. Это тахта. Это вот Джокер, это пихта или тахта, как считаете? Пихта. Пихта, ну все, не надо вводить заблуждение, это пихты. Я помню, я на таких сидел. Рядовой Джокер, блядь. Джокера забыли. Ой, бля, ты что вы делаете?
Ну-ка, рядовой Джокер. Здравствуйте, гражданин. Я являюсь рекрутом шерифа департамента. Сейчас мы проверим ваше растение на наличие каннабиоидов. Есть подозрение, что ваше растение является наркотой. Да тут одни наркоманы, задолбали уже. Не дают честным людям сказать. Время проверять растения. Сейчас осмотрим. Я посмотрю на водой, который трясется, мне кажется, он боится. Васян Косяк, ваше экспертное мнение, что это? Ну, с виду очень сильно на индику похоже, конечно. Я бы сказал, дизель какой-нибудь. Бензин, типа? Ну да, бензин. Для вас, конечно же, бензином будет. Вы думаете, это бензин, значит? Не совсем, конечно. Ну, не сказать, что прям что-то серьезное. Но в целом топливо. Топливо, да, это топливо. В каком-то роде, да. Так, рядовой Джокер, ваше экспертное мнение. Рядовой Косяк считает, что это топливо. Я же считаю, что это конопля. Конопля? Скрытая конопля. Ну, она еще не вылезла. Хули тут делать? Мои огурцы ищут. Да. Огурцы? Салат там все не сделает. Васян Косяк, в машину. До свидания, товарищ Фербер. Хорошего вам вечера. Почему он подъезжает без мигалок, а уезжает с ними? Опа! Васян Косяк, рядовой Джокер, за работу. Здравствуйте, гражданин, я являюсь рекрутом шерифа департамента. В данный момент мы хотим проверить ваше растение на наличие каннабиоидов. Мой друг Васян Косяк проверит растение. Я же займусь душевной отметкой. Косяк, растение на проверку. Ты смотри, он, кажется, прячет что-то. Карма у растения чистая? Это прям совсем... Достаточно чистая. Похоже на чистоту колумбийского качества. Проверьте коробки на наличие каннабиоидов. Вообще косяк. Прикинь, как игроки охуевают, блин. Индика. Это типа женщина из Индии или что это такое? Что такое индика? Женщина из Индии — это индийка. Индийка. Это индика? А это индика. Опять конопля, что ли? Канабис, я засунул голову в коробку. Я вижу там футболку. Вон там вот наверху. А на футболке, есть листочек? Ну все, в коробках нет каннабиоидов. Удачи, да, до свидания, я... уезжай. До свидания. Васяна Косяк. Васяна Косяк в автомобиль. Его не пускают в тачку. Васян Косяк, присаживайтесь, хули вы всех оставили. Ходит.